Находиться вдали от городского шума и суеты. Наслаждаться природой. Но в то же время пользоваться всеми благами цивилизации и использовать свое время наиболее эффективно. Это возможно благодаря линейным городам Юни-Сити. Позволяют сочетать здоровую среду с высоким уровнем комфорта и транспортной доступности, открывая путь к образу жизни будущего. Экваториальный линейный город – это экологичный город с развитым общественным транспортом, зеленой энергетикой, высокоразвитой экономикой. Такая сеть дорог оставит поверхность Земли, как это и было всегда, для жизни, растениям, животным и людям. В будущем линейные города будут иметь протяженность десятки, сотни и даже тысячи километров. Они гармонично впишутся в любой существующий природный ландшафт, сохранят региональную и глобальную экосистемы, позволит эффективно осваивать отдаленные и труднодоступные территории, задавая новый стандарт расселения, соответствующий вызовам 21 века. Линейные города могут быть сооружены в горах, на заводненных территориях, а также на морском шельфе, в том числе со сложным рельефом, в пустынях, тайге и джунглях. При возведении линейных городов не понадобится вырубать леса, прокладывать автомобильные и железные дороги и другим подобным образом нарушать биогеоценоз в зоне застройки. Отличительный элемент каждого кластера линейного города – здание доминанта целевого назначения станции и трассы транспортной системы Unit Sky String Technologies. Трассы Unit Sky String Technologies содействуют развитию линейных городов, городских поселений кластерного типа, гармонично вписанных в окружающую природную среду. При необходимости транспортная система Unit Sky String Technologies может связать кластеры с городом, вблизи которого он будет построен, и предоставить высокую транспортную доступность, а также обеспечить интегрированность в существующую инфраструктуру. Благодаря эстакадам Skyway в самые отдаленные уголки придут линии современных информационных коммуникаций, электричество, вода и плодородная почва, а затем и космическая продукция. Ее также придется развозить в разные, самые удаленные точки планеты. Вокруг них появится жизнь, и с поверхности планеты постепенно исчезнут пустыни. Жилье в горах и на шельфе моря будет престижнее, чем, например, в Нью-Йорке или Париже. Человек и природа станут, наконец, пребывать в гармонии друг с другом. Линейный город с миллионами рабочих мест, построенный вдоль эстакады общепланетарного транспортного средства, в том числе и через океаны, с транспортно-инфраструктурным комплексом Skyway, городским, высокоскоростным и гиперскоростным, позволит начать коммерциализацию программы Spaceway еще до вынесения земной индустрии в космос. Приветствую вас, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня слышно. Так, немножко уменьшим размер. Приветствую вас, дорогие друзья. Я рад вас всех видеть на нашей традиционной встрече. Так, похоже, сбиваются несколько шрифты.
Ну, ничего страшного. Меня зовут Сходоев Алексей. Я являюсь членом правления SkyVault Community, также руководителем отделения распространения. И сегодня мы традиционно проведем наш информационный вебинар, который я делаю независимо от того, что происходит в мире, вообще какой у меня график, один раз в две недели, и сегодня это такой режим. И я хотел бы начать с того ролика, который вы увидели в начале. Я считаю, что это в некотором роде текущая мировая ситуация вообще, в принципе. Инотранс-2002, выставка, которая прошла, и на самом деле нюанс-то интересный, то, что выставка была перенесена с 2021 года на 23 сентября 2022 года. И стоит понимать, что именно эта выставка с первого момента проведения вообще была сфокусирована и нацелена именно на специалистов отрасли рельсового транспорта в международном плане, в международном формате. И здесь заключается концепция в том, что совершенно разные выставляют свои транспортные решения. Ну, если говорить про 2022 год, то, естественно, здесь какие-то, наверное, компании вообще прекратили свое существование. Не будем сравнивать, какие конкретно, но, в принципе-то, я могу сказать, что после пандемии и в логике современных существующих ситуациях вообще в мире в целом сейчас, это достаточно интересное событие, которое прошло в европейской стране. И RTA Дубая, Управление транспорта и дорог Дубая, Министерство транспорта и дорог Дубая, в принципе, они представили технологию белорусской компании в логике того, что выставка проходила в Берлине, в Германии. Я не буду говорить свои ассоциации, но мне кажется, что это как раз-таки момент объединения мира и стирания границ каких-то там геополитических там и так далее, когда технология нужна. А так подсказывает сейчас событие, что технология компании Unisky String Technologies, которую мы финансируем уже более 7 лет, как SkyVault Community, она гипер необходима и востребована на самом деле сейчас во всех государствах. Эта выставка позволила быть площадкой для установления контактов, договоренностей именно под эгидой, под маркетинговым позиционированием RTA, то есть это международный формат. Но так или иначе, давайте поймем и вспомним сейчас, в принципе, Boeing, например, он же используется совершенно в разных компаниях и у разных авиаперевозчиков. Разные правительства стран закупают Boeing. И, по сути, это авиаиндустрия. Здесь Airbus, Boeing. Главное, что самолеты, главное, класс самолета в данном случае. Татьяна спрашивает, а кто представлял наш транспорт в Берлине? RTA, то есть управление транспорта и хозяйственных дорог непосредственно Дубая. У меня нет информации, кто представлял из и были ли вообще представители из Unisky String Technologies, но мы, в свою очередь, тоже задали вопросы непосредственно пиар-отделу Unisky String Technologies, и я думаю, что в будущем появится непосредственно конкретика по данной выставке. Но я считаю, что это победа действительно той технологии, которая сейчас уже, в принципе, несмотря на какие-то возникающие границы в геополитическом плане, ну, потому что истоки-то нужно понимать, основатели технологии какие, именно Unisky String Technologies,
И несмотря на это, технология все равно прорывается и участвует в подобных выставках, потому что это востребованность. И я не раз приводил сравнение, на самом деле, Siemens. Сегодня я, с вашего позволения, эти слайды пролистаю. То есть у всех, я думаю, понятна аналогия Siemens. Почему Siemens? Потому что это транснациональная корпорация. Это та корпорация, которая, в принципе, позволила восстановить экономику Германии, в принципе, экономику европейских стран. И это та компания, которую когда-то спасла программа развития более чем 20 регионов российской на тот момент империи. Анатолий Эдуардович тоже, как основатель, создатель технологии, говорит уже долгое время о программе перезагрузки, стратегии развития именно всесоюзного государства Россия-Беларусь. И я думаю, что в ближайшее время также появятся определенные такие вот уже серьезные и системы голосования, потому что не исключено, что мы как сообщество должны поддержать в какой-то форме эту программу. Но поживем, увидим, это всего лишь мои предположения, потому что, естественно, эту программу, если то задумал Анатолий Эдуардович Юницкий, нужно двигать и развивать. Но, несмотря на это, технология, она развивается, и на сегодняшней встрече я еще раз покажу, докажу, в совершенно разных континентах, в совершенно разных странах. И здесь вопрос, наверное, вот по логике развития программы перезагрузки всесоюзного государства, как будут торговые новые пути на основе струнных технологий выстраиваться. То есть как сверху Анатолий Юницкий видит, через какие страны будут проходить пути. Ведь когда-то не было никакой карты телеграфа, не было никакой карты электрического сообщения. Но так или иначе, инфраструктура, она переживает все коллапсы, потому что она необходима. Электрокабель необходимо протягивать, связь необходимо обеспечивать, интернет необходимо обеспечивать. Думайте, вот при любых там сложных ситуациях, даже в странах Африки, интернет не развивается. Да, тяжело, но развивается. Ну, я могу сказать, что в некоторых странах Африки мобильная связь плохо развита, и это тоже решит, на самом деле, струнный транспорт, потому что в путевую структуру зашиты разные виды цифровых и аналоговых сигналов и совершенно разные типы путепроводов, газопроводов, электрических проводов и различные именно системы коммуникации внутри одного пространства, струнного рельса. Но у нас сегодня не технический вебинар. Я хотел бы вам напомнить в первую очередь, что в ближайшее время, именно 19 числа, это уже подкрыто, заявлено, то есть многие спрашивали, будет переход на подэтап развития 3. Вы меня можете спросить автоматически, то есть будет ли подэтап 14.4, будет ли 14.5. Я могу сказать, что вообще компания максимально заинтересована в том, чтобы никаких подэтапов не было. Но все зависит от той ситуации в мире, которая сейчас становится все более и более непредсказуемой. И, конечно же, мы со своей стороны, как SkyWorld Community, будем все, чтобы увеличивать наш общий результат в логике привлечения инвестиций и, соответственно, закрытия финансовых результатов. Наша с вами задача – это сделать максимум, чтобы 15-й этап завершился быстро. Не так, как это продлилось во время пандемии. Хотя, опять же говорю, никто не знает, что будет завтра. Но одно я могу сказать на основе того, что я вижу, на основе того, что происходит в мире,
Это одна из технологий, которая, сугубо, на мой взгляд, призвана пережить любые коллапсы и различные потрясения в самых различных сферах. И я хотел бы сказать, что на самом деле сейчас непонятно, как восстанавливать экономику европейских стран. Я думаю, европейские страны об этом задумываются. Но самое главное, из-за чего многие вещи происходят, то, что текущая мировая ситуация, она, ее стоит понимать, анализировать, и она плачевна. Я неоднократно говорил про мировую экономику и неоднократно говорил, что грядет там суперкризис, ну, я не представлял, что он будет в совершенно разных ипостазях проявляться. И фактически к 4 октября показатель составил госдолга США 31,12 триллионов долларов. Из них 6,82 триллиона долларов относятся к внутриправительственному долгу США, а 24,29 к публичному долгу. То есть фактически в долг вогнаны следующие поколения. На это будет складываться налоговая нагрузка, из этого будет складываться инфляция. И вот эти вот 24-29 триллионов, это фактически облигации, бумаги. Если мы говорим про 6,82 триллиона, это долги перед зарубежными правительствами. И скажите мне, пожалуйста, вот, может быть, у вас есть варианты, то есть какие вообще технологии, какие прорывные компании могут этот долг как-то нивелировать и хотя бы сократить? На самом деле я не представляю. И огромный вопрос, на самом деле, что является ковчегом на сегодняшний день для того, чтобы сохранить средства, для того, чтобы компания пережила кризисы и Unisky Stern Technologies пережила пандемию, не закрылась. Сейчас в существующих мировых обстоятельствах также абсолютно успешно достигает тех поставленных целей, о которых декларировал Анатолий Юницкий. На мой взгляд, сейчас уже не стоит задумываться, вот слева я представил картинку непосредственно каких-то ноу-хау транспортной индустрии в Китае, то есть высокоскоростное исполнение, с учетом того, как это окупается, как это дешево или дорого в строительстве, как это решит проблемы экологии, либо наоборот их усугубит, и как это, в принципе, можно быстро реализовывать с начала пилотного проекта. И есть ли на это, самое главное, деньги на такие гигапроекты, потому что еще в 2015 году я не раз говорил и сам был воодушевлен, что есть гигагорода, то есть, как же они называются, ну, то есть супергорода, которые будут уже представлять 50 миллионов человек, которые будут связаны высокоскоростным транспортом, но никто не представлял, что сегодня будет происходить в мире. Поэтому при учете таких мегапроектов, как, например, в Саудовской Аравии, зеркальный город-небоскреб Mirror Line стоимостью более триллиона долларов, ну, округляя говорим, такие проекты, как The Line, в принципе, тоже заявлены, достаточно большая стоимость его, не кажутся гигапроектами, проектами сложно реализуемыми, такие проекты, как безракетная индустриализация ближнего космоса, строительство общепланетарного транспортного средства. И на самом деле, пятая юбилейная конференция была проведена в Минске. Я на ней присутствовал, и я был поражен, насколько сейчас еще более продвинулась проработка. Проработка именно струнных технологий уже в космосе. И на одной из станций, на первой анкерной опоре, которая стоит возле музея на экотехнопарке, написано, что фактически струнный транспорт на Земле, он состоялся. А струнный транспорт в космосе – это дело будущих поколений, и это
дело того, как проголосует за это человечество. На самом деле я с этим согласен, то есть это все-таки пока что такой вот футуристичный мир, но Анатолий Эдуардович абсолютно это уже видит как человек, который проектирует реальность и технологию. Потому что я не устаю удивляться, некоторые события, которые были освещены в прошлых докладах, кстати, интересное совпадение, именно на безракетной на конференцию по безракетной индустриализации ближнего космоса вот подобные доклады и представлялись. И на эту конференцию был представлен доклад непосредственно уже по программе перезагрузки и развития всесоюзного государства. В конце я думаю, что мы обязательно поставим этот ролик, и все смогут его посмотреть. Потому что этот ролик действительно говорит о логике той, куда, в принципе, могут двигаться и страны, и страна. И это момент объединения для того, чтобы, в принципе, вот как бы такие вот серьезные экономические последствия, о которых я сказал, то есть, ну, госдолг, дорогие друзья, это очень серьезная причина, то, что будут усугубляться какие-то конфликты, потому что, естественно, этот госдолг необходимо каким-то образом компенсировать. И разные способы для этого, они существуют, они могут быть использованы в будущем. Я также видел уже в виртуальной реальности огромная детализация, проработка. Если на прошлой конференции можно было надеть очки виртуальной реальности и просто подняться на общепланетарном транспортном средстве, сейчас уже проработка в логике, то, что можно прогуляться по космодому, можно посмотреть и как... Это тоже, кстати, принципы формирования реальности. То есть здесь Анатолий Эдуардович использует виртуальную реальность именно как, ну, с моей точки зрения, как законы квантовой физики. То есть он в виртуальной реальности это все спроектировал, и чем больше людей это потом увидит, естественно, мысль, она пронизывает пространство. И здесь я был крайне поражен вообще детализацией. Ну и вообще как бы магнитная левитация уже была продемонстрирована в большом составном механизме общепланетарного транспортного средства. Я не буду сильно останавливаться, мы постепенно будем раскрывать те доклады, которые мне показались интересными на следующих вебинарах. Но я рекомендую всем, кто имеет возможность в будущих годах посещать, и мы будем именно от нашего SkyVault Community, то есть сейчас будут интересные события происходить, и будет возникать некая такая премиум-прослойка, то есть те, кто максимально вовлечен и воплощен в идеологию. Конечно, на таких событиях нужно присутствовать и уже вовлекать, в том числе, серьезные страны уже в космической логике, в освоении ближнего космоса. У меня, например, тоже есть до 5 таких контактов, и я буду максимально стараться способствовать связи организаторов этой конференции. Мы неоднократно говорили про то, что бренд, который сменили несколько лет назад, ZAO Струнные Технологии, Unisky String Technologies, он суперсовременный, и вот эта вот как бы наклоненная буковка U, которая ассоциирует как раз-таки визуал и архитектуру, дизайн первого подвижного состава Unibike, в том числе. Ну и фактически очень много значений. You – это ты, you – это universe, это вселенная, в принципе. You – это первая часть фамилии Анатолия Эдуардовича. Несмотря на это, он пишет буковку You в бренде с маленькой буквы, что говорит об отсутствии эго, потому что, ну, поверьте мне, не все создатели технологий и холдингов как-то вот таким образом даже продумывает. И Анатолий Эдуардович всегда говорит,
Для меня это пример философ, для меня это пример мыслителя, и я очень много, на самом деле, несмотря на то, что не так часто общаюсь, как хотелось бы, учусь у Анатолия Эдуардовича, например, мыслить аналогиями, например, чтобы создавать то, чего еще нет в реальности. Когда-то у нас не было SkyVault Community, даже зачатков, платформы адаптации обучения, продукта как сообщества. И в 2014 году нам не было понятно абсолютно, как достичь тех результатов, тех целей, которые мы сегодня с вами достигли. Анатолий Эдуардович говорит, что нет прямого пути к высокой цели. Он идет зигзагом в гору через бездну различных препятствий. И я с ним абсолютно согласен. Потому что у нас, как у SkyVault Community, тоже нет прямого пути. И на самом деле я не знаю, не представляю, какие стратегии еще далее появятся. Но наверняка они появятся. Например, есть стратегия одновременного присутствия меня и других ключевых спикеров в разных точках земного шара одновременно с переводом на другие языки, что можно будет проводить конференции вообще вот в минимально приспособленных помещениях, потому что наша задача не провести какие-то там грандиозные, шиковые мероприятия. Наша задача дать информацию до того момента, как осуществляются серьезные вехи. А какие вехи я вижу? Это зима 2022 года, это непосредственно демонстрация даже трассы Unilight в первую очередь, это разгон до определенных скоростей. Ну и самое главное, это пускай внутренний, но коммерческий проект, там будет совершаться оплата за проезд, и уже финансовую модель адресного проекта Анатолий Эдуардович будет проигрывать именно в реальности и будет уже непосредственно уйти маленькая, но прибыль и абсолютно возить пассажиров. Может, потому что этот транспорт, он уже сертифицирован. Это далеко не для рыбаков, поверьте мне на слово. Кстати, запамятовал, и в этой презентации я не включил фото. Обязательно следующий вебинар я вам покажу, потому что я, когда был на Мариной горке, увидел вот буквально вот такое вот расстояние, не больше, такое вот расстояние и абсолютно не толстые струнные рельсы в логике трассы Unilight. Все уже в виде натянутых струн готово, путевая структура готова, подвижной состав готов. Поэтому пессимистично, я не знаю точного срока, об этом скажет только Unisky String Technologies, но до конца декабря, это опять же пессимистично, эта трасса будет запущена. До конца зимы, опять же, пессимистично я беру с запасом. То есть я не работник Unisky String Technologies, я не имею права озвучивать такие сроки, поэтому беру с большим запасом, будет продемонстрирована трасса уже для перевозки до 150 км в час. Это пассажирские перевозки, тяжелые, от 25 км пассажиров, и грузовые перевозки до 120 км в час. Вообще, в принципе, то, что не существует сегодня в мире, это контейнерные перевозки. И скажите мне, пожалуйста, вот каким образом напрямую в логике финансирования подобного продукта мы могли дойти? Поэтому и была изобретена концепция модели партнерской программы. И модель партнерской программы, совмещенная с моделью финансирования больших идей, больших продуктов, больших компаний на основе сообщества, и стала революционной моделью, которую применяет SkyVault Community. И это не какой-то сетевой маркетинг, это не построение сетей, это не построение структур, это построение сообщества. И сообщество, поверьте мне на слово, максимально вовлекается и будет вовлекаться еще больше. И мы не будем вот так вот, знаете, толкать как-то навязчиво. Нет, все будет происходить экологично, так же, как насколько экологичный транспорт и безопасный мы финансируем, и технологии вообще, в принципе,
такими же экологичными и безопасными для каждого участника сообщества мы будем. Я хотел бы, чтобы каждый из вас на самом деле вот пустил сквозь пространство и время вот этот фокус внимания, энергию свою, мысли, потому что это и формирует реальность на самом деле. Я вам буквально азы расскажу то, что определенные изменения в моей жизни происходили. То есть я не мог себе представить от слова совсем. И просто представьте 2023 год, что это все едет, и представьте, сколько людей будет ежедневно интересоваться, скапливаться возле информационных центров, офисов SkyVault Community. К этому потоку мы должны быть готовы. Представьте, что, например, минимально возьмем 50-100 людей будет ежедневно скапливаться. Готова ли у нас была инфраструктура для качественного взаимодействия с этими потенциальными партнерами? Например, скажем, в 2021-2020 годах мой ответ – нет. И не было логики платформы адаптации обучения, не было логики именно склеивания нашей базы в абсолютно стабильное, мощное, прочное, устойчивое, осознанное, много эпитетов можно приводить, сообщество. И вот эти стратегии, они витали где-то в воздухе. И как раз-таки вот третий путь, вот такой вот витиеватый, он был пройден. Так как мы, как представители правления, задумали вектор стратегии, к чему нужно прийти. И таким образом мы пришли к большой, серьезной инфраструктуре SkyVault Community. Поэтому осознанно был совершен абсолютно такой вот простой брендбук, смена. И мы не запрещаем сейчас, вот нет никакой резкой смены, не запрещаем, что вот нельзя прошлый логотип, допустим, использовать. Нет, это будет постоянный рост. И я вам скажу сейчас одну интересную вещь, вообще смысл нашего логотипа, смысл нашего бренда. Синюю составляющую, фиолетовую, зеленую составляющую не раз освещал на прошлых вебинарах. Скажу вкратце, это финансовая инвестиционная часть, IT-продукт, то есть это твердость наша, это образовательная составляющая, это наш университет для того, чтобы обучать тем навыкам и достижение того результата, который желает наши партнеры. И социальное, зеленое, это абсолютно экологичное, добропорядочное сообщество. И на самом деле, дорогие друзья, сейчас у нас на мероприятиях используется этот брендбук. Посмотрите на его простоту. И на самом деле, если говорить про смысл, вот я скажу дополнительный смысл. В брендбук включен смысл любого движения, любого партнера, его движения в начале. То есть нижняя дуга – это начало движения, и на самом низу находится партнер. Это примерно статусы по маркетинг-плану. Это партнер, инвестор, инвест-консультант. Потом он постепенно поднимается до уровня, где находятся SWC аббревиатуры. То есть это еще не Sky уровень, предстоит пройти определенный путь, и он поднимается уже лидер, мастер. Мастера находятся точно на уровне SWC. Остальной смысл, я говорил, я сегодня говорю, третий смысл, на самом деле, смысл нашего логотипа тоже очень мощный, и концепция – это триединство. Это три составляющих, это три базовых основы, три цвета и три уровня и развития технологий. То есть мы перешли от технологии, которые в голове, в принципе, у всех сидят, все и перемещаются на автомобиле, на поездах там, и так далее и тому подобное, к финансированию уже транспорта над землей. И высший уровень, к нему мы перейдем в будущем. Я искренне надеюсь, это финансирование уже космических технологий, освоения ближнего космоса. Если говорить про нас как по компанию, это низший уровень развития компании и стремление к среднему. Сейчас я считаю, что мы уже постепенно находимся, стремимся к выше среднему. И далее это будет уже
уровень мировых масштабов, международных масштабов. Мы, как SkyVault Community, планируем работать долго и счастливо вместе с нашими участниками сообщества. И третий смысл – это движение партнера. И наш партнер, вот эксперты, топ-эксперты, ну, даже эксперты – это, наверное, посередине, чуть выше середины, но топ-эксперты, Sky-эксперты – это элита, и это премиум-составляющая нашего сообщества. Это те люди, которые захватывают роли сообщества. Кто-то наставниками становится, кто-то тренерами становится, кто-то становится комьюнити-менеджерами, кто-то становится частью команды вообще компании. То есть мы всегда присматриваемся, и на самом деле платформа адаптации и обучения – это будет фильтр поиска эффективных людей. Мы на самом деле жаждем и очень хотим найти тех звездочек, которые могут заменить и взять на себя функции, от которых ключевым сейчас игрокам компании и порой спать не приходится. Например, как я летел с Минска уже в Кыргызстан. То есть, ну, 3 часа поспать в самолете и потом конференция. Конечно же, это необходимый график, но нужно делегировать, и на платформе адаптации обучения тоже это будет. Так, на Siemens'е я не буду останавливаться. Я говорил в прошлой презентации вам, понятна ли аналогия с Siemens'ом? И напишите от 1 до 10, как вам сравнение вообще, чтобы объяснять партнерам вашим. То есть 10 – это супер, 1 – это ну, очень плохая аналогия. И давайте перейдем непосредственно уже к тому, что происходит сейчас в логике развития компании. И я буду просто менять слайды и скажу, что на самом деле сейчас в принципе концепция подхода к выставкам, она изменилась. Изменилась в корне и в окончательной логике. Выставки. Помните, раньше объявлялось всему сообществу, что проходит выставка, должен был быть эффект в том числе некой и массовки, потому что о технологии не знали, и сейчас узнаваемость, она максимальная, и присутствие на выставках, она именно повышает международный уровень представленности проекта. И рассчитаны выставки сейчас не на участников, нас как сообщество, мы наблюдаем, мы болельщики за этими выставками, и ну, больше не требуется. Я могу это сравнить, аналогию. Вот многие спрашивают, можно ли посетить выставку, можно ли график какой-то. Дорогие единомышленники, представьте футбольный матч, и он очень такой серьезный, и играет ваша любимая команда. Футбольный, хоккейный, кому как угодно. А вы болельщик, и вы на этом матче выбегаете на поле и начинаете играть за команду, или вы болеете, вы поддерживаете, и вы максимально потом разносите информацию о победе. Вот напишите, пожалуйста, 1 или 2. 1 – это выбегаете, и 2 – это поддерживайте на своих местах, своей роли. И у всех у нас есть своя роль, на самом деле. У меня тоже абсолютно своя роль, и я никогда не полезу в том, в чем я некомпетентен. И на выставках, на самом деле, можно и испортить. Если неправильно представить продукт, если вдруг, не дай бог, кто-то будет говорить про модель партнерской программы, это недопустимо, поэтому подобных рисков компания не может абсолютно даже предполагать. Поэтому выставки проходят постфактум. К этому стоит привыкать как к факту и просто считывать информацию, а что же прошло. И сейчас уже логика не просто там, как функционирует струнный транспорт, где его можно посмотреть, по видео, по всем презентациям понятно, что это уже функционирует, что это уже состоявшийся продукт, что он уже на стадии предкоммерциализации. И есть вопросы о стоимости строительства, об эксплуатации и, в принципе, с кем можно пообщаться, чтобы
обсудить уже непосредственно детали потенциального коммерческого проекта. То есть это сейчас логика выставок, и на самом деле Надежда Геннадьевна Косарева об этом сказала в своем интервью. Посмотрите этапность на самом деле, что вначале началось строительство в Шарже, далее этап приехал, натянулись струны на трассе 500 метров, и далее в тестовом режиме кто-то из ВИП-СОП, он не мог проехать до того, как компания не совершила получение сертификации, то есть соответствие на различные требования качества. И такой же путь будет у трассы и на 2,4 километра. Но как вы думаете, когда будет продемонстрирована скорость 150 км в час до 120 км в час в грузовом исполнении, какое будет мнение и видение, и насколько повысится желание ускоряться в движении по коммерческим проектам? Да, сохраняется тенденция, что эта технология новая. И пока что нет коммерческих проектов. Но первый коммерческий проект, пожалуйста, вот будут всех желающих перевозить на КФХ Юницкого. Я ожидаю огромный ажиотаж и среди нашего сообщества желающих проехаться, и среди тех, кто посещает КФХ, крестьянско-фермерское хозяйство, которое, кстати, выросло в логике оптимизации. И фактически инженерное сооружение, пруд был вырыт для того, чтобы туда стекала вода с бывшего танкового полигона, потому что заболачивание было почвой. И сейчас там находится исследование ЮТЕРа, то есть это сельское хозяйство нового поколения, исследование вообще, в принципе, концепции пребывания человека внутри кластера линейного города, строительство первых прототипов экодомов. И на самом деле это все делается в рамках ступенчатой, стройной стратегии для развития по дорожной карте, которую заложил Анатолий Эдуардович Юницкий. Поэтому, когда вторая, четвертая трасса будет запущена, абсолютно по тем же этапам, абсолютно по тем же шагам компания пройдет. И как вы думаете, будет ли какая-то мизерная вероятность, что сертификация не будет пройдена? У меня на самом деле нет такого ощущения, что что-то пойдет не так, потому что закладываются предельные значения с большим запасом, соблюдаются стандарты с большим запасом. Анатолий Эдуардович сам является инженером путей сообщения в первую очередь, и он понимает, как сертифицируется транспорт. Естественно, дает директивы даже на удаление и абсолютно научился управлять и координировать деятельность всех конструкторских бюро, даже при отсутствии личного присутствия, чему мы на самом деле, как представители правления, учимся у Анатолия Эдуардовича для того, чтобы максимально мы присутствовали везде и всегда. И то, что власти сейчас Арабских Эмиратов в открытую поддерживают, то, что представляют на выставках мирового масштаба, это говорит о многом. Но можно ли говорить о том, что, к примеру, в чем-то победила, мы говорим там о тендере и так далее, компания? Нет, пока этот факт не свершился. И это достаточно небыстрый процесс. И здесь тоже каждый должен понимать свою роль. Наша роль в подобных движениях – это болельщики. Это те, кто подпитывает энергию, те, кто разносит информацию среди существующих участников сообщества SkyVault Community и будущих участников сообщества SkyVault Community. И также снижает градус хейта. И мы вас научим на платформе адаптации обучения, как работать с репутацией.
Раньше мы даже вот так вот, скажем, в легком, простом режиме научили, и тот чат, который сформировался по защите репутации, он работает по сей день, и сразу все необходимые данные, они передаются в пиар-отдел для того, чтобы решалась незамедлительно та или иная проблема по угрозе репутации. Поэтому, если говорить про технологию, я бы на вашем месте говорил именно про вехи. Про вехи, те, которые сейчас ожидаются и которые осязаемо максимально близки. И что нужно сейчас говорить, какие преимущества присоединения к сообществу SkyVault Community. Вот это нужно говорить. И для жителей Кыргызстана я провел целые лекции, уже две, на час с лишним. То есть первая лекция по платформе адаптации обучения, если говорить образовательное направление. Здесь идеология SkyVault Community, то, что мы обучаем, мы повышаем компетентность, и человек становится более разумным, осознанным, понимающим, что происходит в мире и как с этим быть. Если говорить про отличие от традиционных MLM-схем, то скажите мне, у кого работают с мышлением на высших статусах компании. Может быть, я тоже на какие-то такие курсы с удовольствием запишусь. И это именно проработка видения, сознания для достижения сверхрезультатов. С кем-то мы даже на первых порах так вот как бы неосознанно работали, первые амбассадоры, и амбассадоры достигали больших результатов. И пускай они подумают, что сами достигали. На самом деле очень много играет сонастраивание на дальнейшее достижение результатов. Чем я сейчас и занимаюсь, в том числе в Кыргызстане, я сонастраиваю, я смотрю на месте, и я создаю стратегию для будущего кратного роста, помощь жителям Кыргызстана. Они молодцы, они крутые, но того видения, которое мы будем на закрытых модулях, в закрытых мастер-группах давать именно лидерам, их не каждый знает и не каждый понимает на самом деле. Напишите, кто хотел бы в премиум вообще общество, именно как участник премиум общества, с доступом к модулям по мышлению попасть. И по мышлению там минимальная часть. То есть в первую очередь от этих людей мы будем рассматривать потенциальные крупные инвестиции, какие-то заявки на коммерческие проекты для передачи потом Владом Волковым в отдел Unit Sky Stream Technologies. Почему? Потому что они максимальные профессионалы. И платформа адаптации обучения, она создана для того, чтобы создавать из вас профессионалов. Кстати, скоро, примерно в середине октября, будет проведена активация русского сообщества по всем регионам, по всем городам. Те, кто пожелает, смогут присоединиться, и там будет уже раздан доступ к закрытому потоку. Там будет ограниченное количество людей, всего лишь 150-170 человек. Почему ограниченное? Можно войти и неограниченно, только у вас не будет наставника. Наставник – это тот, кто уже прошел этот путь, тот, кто имеет статус в компании, и, соответственно, он будет иметь максимальную мотивацию, чтобы вы достигли результата. То есть намного серьезнее по показателям двигаться с наставником, чем без него. Кто может двигаться без наставника, просто слушать записи, сам будет выполнять домашнее задание, то есть это тоже определенная когорта людей, и есть такие, я, например, с удовольствием люблю самостоятельно изучать, но с наставниками, я могу сказать, быстрее добьетесь результата. Поэтому жители Кыргызстана уже, так скажем, очень сильно ожидают огромный запас запроса на обучение, и... Так вот, Николай пишет, 5 лет анкеты заполняю на одном месте, никому не нужен. Ну, Николай, можете мне непосредственно написать, вот я напишу вам почту. Я абсолютно ценю вообще вот рвение
каждого участника сообщества расти и развиваться. И недавно вот встреча была с белорусскими тоже лидерами. Тоже были различные вопросы, какова роль. И мы через общение просто поняли, какая роль может быть. Может быть, вы начнете даже с комьюнити-менеджера. И это такое добровольное начало. Нужно вырасти как профессионал, потому что все, кто внутри, например, создает и продолжает развитие платформы адаптации обучения, они компетентны в каких-то направлениях. Я не говорю, что кто-то некомпетентен, просто это нужно рассматривать также, помимо озвученной мной ранее приемной, концепции приемной, у нас предполагается уже разработка сервисного, мультифункционального такого чат-бота в Telegram для того, чтобы был продукт на самом деле для распространения даже людьми, которые не имеют сейчас средств на инвестирование. И они будут иметь через механизм распространения этого ресурса. Это абсолютно продуманный ресурс. Он будет постоянно улучшаться, и все первичные, минимальные ответы на вопросы по проекту, по технологии, они там будут. И также структура взаимосвязи сообщества, ваш порядковый номер в сообществе, глубина сообщества, на какой глубине вы находитесь, также это будет синхронизироваться в чат-бот, с чат-ботом. Это в первую очередь для того, чтобы те люди, которые готовы давать информацию, распространяли этот бот. В том числе это продукт для будущих блогеров. Напишите, пожалуйста, как вам информация о чат-боте. Пока что это будет в Телеграме, но мы понимаем, что есть WhatsApp, есть другие мессенджеры. Мы в логике коммуникационной стратегии хотим максимально охватывать все имеющиеся ресурсы, как SkyVault Community. Если говорить про продвижение Unisky String Technologies, то я не устаю повторять, что делегация за делегацией приезжает и приезжает в научный инновационный центр Unisky в Шарже. И это основная площадка сейчас для установления договоренности лично Анатолий Эдуардович, потому что множество делегаций уже есть договоренность, определенный календарь, график, он там остается и координирует, как я и ранее сказал, всю работу ЗАО «Струнные технологии» как генеральный конструктор на удалении. Я могу сказать, это виртуозность максимального порядка уровня и значения. Не каждый SEO может на удалении не растерять потенциал, энтузиазм сотрудников, а я точно знаю, что по уровню, в том числе и донесения информации, и ораторского искусства, ключевые спикеры по направлениям в Unisky String Technologies тоже прокачиваются. И поверьте мне на слово, что там все идеологически подкрепленные и абсолютно инициативные. И безинициативные они были просеяны, профильтрованы, выявлены во время пандемии, поэтому нет худа без добра, пандемия позволила отфильтровать, и нам в том числе, как SkyVault Community, тоже отфильтровать. И в том числе сейчас у нас достаточно непростые времена, потому что по оргструктуре у нас увеличились расходы, но приходы, они не настолько сильно увеличились, чтобы максимально беспроигрышно обеспечивать всю эту инфраструктуру. И, конечно же, это тоже фильтр, потому что в этом плане мы не являемся компанией каким-то, знаете, хедж-фондом, который уже получает прибыль от своих инвесторов, отхватывает какой-то себе кусок, не получаем никакой прибыли, как и все на сегодняшний день партнеры. И есть просто определенный момент на развитие SkyVault Community, и этого уже, в принципе, хватает впритык, потому что масштабирование произошло. Что-то просить у Unisky String Technologies мы не имеем права, потому что все сейчас делается с колес для того, чтобы вехи, о которых я говорю, свершились. Поэтому ужимаем на самом деле максимально пояса, и это нормальная ситуация в сегодняшних обстоятельствах современного мира.
И некоторые люди, к сожалению, покидают SkyVault Community, их переманивают какие-то другие компании, которые предлагают более серьезные уровни заработка. Но, опять же, все, что не происходит, то к лучшему. Возможно, идеологически не настолько закреплен человек. А тут многие преграды при тех достаточно нестабильных и непредсказуемых обстоятельствах, которые происходят в мире, случаются и должны быть абсолютно стабильные, уравновешенные, идеологически фанаты, так скажем, своего дела. То есть являюсь ли я фанатом, например? Конечно, являюсь. И на самом деле, если ты не фанат, то ты не можешь как-то формировать стратегии. Ты должен любить то, что делаешь, и делать то, что любишь. Это принцип и факт на самом деле каждого активного партнера. Поэтому я еще раз обращаюсь, Николай, напишите мне лично. Дорогие друзья, это не значит, что каждому нужно писать это обращение именно к Николаю. Для остальных будут обязательно анкеты предзаписи на обучение в закрытом режиме. Кстати, можете писать на эту почту, дорогие партнеры русскоговорящие, те, кто желает пройти предобучение, но вне потока. Повторюсь, что минусы будут, наставников не будет. То есть что-то вы можете не понять, у вас будет некому спросить. Лучше на потоке пройти, достойно достичь результатов более серьезных, чем у вас сейчас есть, и далее, возможно, вы будете наставником на следующем потоке, потому что следующий поток, он, естественно, будет уже увеличиваться, будет не 150-170 человек, а 400-450, и так мы будем увеличиваться. Каким образом можно увеличиться? Только выявляя лучших, эффективных, современных, инициативных изнутри сообщества. Если говорить про продвижение по строительству именно научного инновационного центра в Шарже, то здесь все двигается по плану, и у меня нет вообще никаких вопросов. Я бы хотел об этом минимум говорить, потому что могло все, вот по сути, по правде говоря, заморозиться, и мы бы вообще не видели бы натянутых струн сейчас на трассах. И это было бы в том числе оправдано. Что бы нам в этом случае осталось делать? Ждать. Но сейчас делегация за делегацией приезжает. Уже Южная Корея посетила. И здесь я хотел бы отметить, что в новости о посещении Южной Кореи обсуждаются конкретные коммерческие проекты. То есть вот непосредственно здесь гости обсудили варианты использования технологии на нескольких маршрутах Кореи, остров Гатеокдо, район Гангсео и остров Гатеокдо, район Саха. Я не представляю, где эти районы, но это открытая информация. И я могу сказать, что это серьезное заявление, то есть что это прорабатывается. Наверняка это не до конца прямо вот абсолютно стопроцентная информация, но и какую-то иллюзорную информацию, воздушную информацию тоже не стали бы публиковать. То есть эти обсуждения были, и Корее абсолютно интересно применение струнного транспорта в своей стране. Что касается продвижений по строительству, здесь я хотел бы сказать, что сейчас все, что декларировалось, оно происходит, и на самом деле трасса 2,4 километра будет запущена абсолютно по тому расписанию, которое сейчас декларировалось и было предложено непосредственно Анатолием Эдуардовичем Юницким и всем топ-менеджментом Unisky String Technologies. Давайте посмотрим небольшую ретроспективу, то есть как это развивалось непосредственно и каким образом мы можем за этим наблюдать. В каждом своем вебинаре я показываю эти вещи. Немножко мне неудобно листать, я тут прошу прощения.
новый дизайн. Кстати, напишите, как вам новый дизайн слайдов вообще. Нравится, не нравится? Это у нас уже поработал отдел маркетинга. Так, так, так. Минуточку. А вот, пожалуйста. Так, сейчас я на самое начало пролистаю. То есть как это все начиналось, и это уже, можно сказать, определенная история. Вначале, естественно, визуализация и понимание, как это будет, то есть проектирование полностью виртуальной реальности в компьютерной графике, как и было по всему струнному транспорту вначале, потому что были визуализации, картинки, как будет выглядеть контейнерное депо и как выглядит уже сейчас станция. Строительство сопровождалось всегда различными фоторепортажами, освещениями. Многие спрашивают на самом деле, будет ли, не будет установлена камера. Нет, это секретный режимный объект. И более того, спрашивают, а почему дрон не может полетать? Ну, потому что, если вы не в курсе, это вообще как бы под патронажем правительства Шарджи. И если там полетит дрон, то, скорее всего, не буду утверждать точно, но глушилки только побудят его упасть и больше не функционировать. И что касается трассы тяжелой, все абсолютно реализуется, все строится. Несмотря на все, что происходит в мире. То есть вот крайняя новость, что в Шарже продолжается строительство анкерных опор для тяжелой линии номер 2, на которой будут проходить испытания нового грузового транспорта Unisky String Technologies. Это тяжелая трасса. Уже можно видеть, насколько вообще в дизайне это находится у американского университета при Шарже. То есть это как будто здание дополнительное. И как вы думаете, почему? Потому что был генеральный план, все было согласовано в плане архитектуры, в плане дизайна. И не забывайте, что правитель Шарджи изменил на самом деле план строительства, и на месте трасс струнного транспорта должны были быть другие построения, если не ошибаюсь, небоскребы. Они были изменены, и сейчас здесь находится та технология, которая может в целом повлиять на будущее. Поэтому, дорогие друзья, я могу сказать, что мы движемся в абсолютно правильном направлении, и поэтому мы также со своей стороны, как SkyVault Community, проводим очень серьезные уже активационные мероприятия. Если говорить про мое пребывание на Марьиной Горке, то здесь должна была быть моя встреча с вьетнамцами, но они приехали позже. И необходимо мне было вылетать в Кыргызстан, потому что там было запланировано мероприятие. Что было сделано абсолютно профессиональным отделом видеопродакшена с точки зрения виртуозной координации, было записано видеообращение для вьетнамцев, как я бы присутствовал перед ними вживую. Почему? Потому что мы не могли этого не сделать. Мы абсолютно максимально уважаем, и я лично всей душой желал увидеться с нашими дорогими вьетнамскими лидерами, ответить вживую на их вопросы и обняться, и пообщаться, и прочувствовать, самое главное, их энергетику, потому что они уникальны. Так же, как и все, кто входит в нашу первую пятерку привлечения стран. Это и Кыргызстан тоже, это и другие страны. И сейчас начался суперфинал SkyVault Community Champions Challenge. Предыдущий этап у нас прошел в Турции. Следующий этап, он будет проходить непосредственно уже в Доминикане. И крайний этап будет проходить в Арабских Эмиратах. И это тоже логика построения премиум-сообщества. Как вы думаете, мы хотим, чтобы на наших внутренних мероприятиях выступали какие-то спикеры, которые не понимают о нашем продукте ничего? Конечно же, абсолютно нет. Мы желаем взращивать наших спикеров изнутри, чтобы их ценило уже внешнее сообщество, потому что внутреннее сообщество будет толкать их наверх максимально и быстро.
Вот, пожалуйста, если говорить про Кыргызстан, то как это было? Огромное количество людей, более 300 людей из более чем 10 регионов. И один из регионов, там недавно велись также боевые действия. И даже эта вовлеченность, эта инициатива позволила людям добраться, именно вовлеченность в сообщество SkyVault Community, для того, чтобы поприсутствовать на мероприятии. И далее я уже готовлю сейчас отдельные лекции, которые ляжут в основу презентации. Некоторые вещи вы увидите непосредственно уже при активации русского сообщества. И давайте посмотрим, как, например, вьетнамцы, Кыргызстан поприветствовали Вьетнам. И это неимоверная энергетика. Это невозможно никак подделать. Просто посмотрите Vietnam. На это. Hello, this is Vietnam. Hello, this is Kyrgyzstan. And they say hello to you. Поставьте огоньки и плюсы, как вам это видео. Здесь, конечно, чувствуется мощнейшая, я считаю, энергетика. И так будет с каждым сообществом. Каждое сообщество максимально, как SkyVault Community, подтянем. Потому что ту миссию, которую мы на себя взяли, это формирование максимального пласта осознанных, профессиональных, людей в различных компетенциях для продвижения, финансирования большой идеи, большой компании, которая может все перетурбации, все кризисы, все потрясения пережить. Кто, если не мы? Мы создаем будущее и финансируем его. С вами Алексей Сходоев. Дорогие друзья, напишите от 1 до 10, как вам сегодняшний вебинар. 1 – это полная вода. 10 – это классно, все понравилось, и я искренне надеюсь, что вы будете принимать активнейшее участие в наших внутренних действиях, потому что Unisky Strength Technology сделает все со своей стороны, и мы без ключевых главгенов, я введу такое понятие, как главный ген сообщества в каждом городе, в каждой стране, в каждой деревне от SkyVault Community, именно с вами мы сможем достичь сверхрезультата. И все это мы обеспечили в виде большой, серьезной инфраструктуры SkyVault Community. Мы не просто личный кабинет, мы никакая не MLM-компания, мы социальная финансовая платформа 21 века, которая формирует мощнейшее сообщество, объединенное идеей изменения мира к лучшему на основе прорывных технологий транспортно-инфраструктурных комплексов нового поколения. Дорогие друзья, буквально 1-2 вопроса буду заканчивать, так как у меня следующая координация. Посмотрю в YouTube. Когда пройдет тендер в Арабских Эмиратах? Елена Андреева, к сожалению, не обладаю информацией. Как буду обладать информацией, вам сообщу. Так. Юницкий выдал, конечно, на своем последнем выступлении, как Илон Маск в Твиттере. Но Анатолий Эдуардович логику подобную сказал раньше Илона Маска. Благодарю за это сообщение. Это круто, это прикольно. И это говорит о том, что современные магнаты пытаются двигаться в той идеологии, в той программе, которую заложил буквально год назад Анатолий Эдуардович. Это мощно. Дорогие друзья, вы поняли, что я сказал? Я вот сам удивился вообще, потому что я... Вот в этом сила сообщества, понимаете? В этом сила. Я могу что-то не запомнить, могу что-то не увидеть. И представьте вот такую ситуацию. Вот я, например, приехал в Кыргызстан, здесь огромное количество партнеров, которые готовы помочь каждому из вас. И
вот как вам идея, у меня вот возникла в голове, что будет специальное такое вот сервисное мобильное приложение, вы приезжаете в любой город, в любую страну, и вам по GPS-точкам участники сообщества SkyWorld Community будут отображаться. Вы можете написать им в личном кабинете привет там, и так далее, что делать, что тут можно вообще, чем заняться в этом городе, давай встретимся, давай встречу организуем. Это будет мощно. И сколько таких вещей появится благодаря тому, что мы наконец-то из базы людей, объединенных одной идеей, формируемся в мощное, сплоченное сообщество, экологичное, устойчивое и добропорядочное. Так. Всем привет, Алексей. Расскажите, пожалуйста, про токены, про которые вы нам рассказывали покупать. Где платформа обещанная, где и когда это все будет, либо на какой стадии. Как я и говорил, по блокчейн-направлению сейчас непосредственно одна из компаний, группы компаний Skystream Technologies работает. С моей стороны все было передано. И в той логике, как я ранее развивал блокчейн-направление, в принципе, в той логике, если бы развивалось, я бы вам сообщил. Но сейчас этим занимаются другие люди. Я максимально буду стараться на это влиять, но поверьте мне на слово, никто не окажется, на мой взгляд, в проигрыше, и компания так или иначе, если будут какие-то торможения, сможет либо вернуть, либо конвертировать это во что-то, по абсолютно взаимной договоренности. Ну, вспомните, в принципе, по всем обещаниям и тому, что делает непосредственно сам Анатолий Эдуардович Юницкий. В первую очередь он действует и в мыслях, и в логике сообществ SkyWorld Community, потому что не раз он повторял, что он от инвесторов, которые поддержали его идею, и абсолютно им благодарен. Поэтому конкретики у меня лично нет. Развивается это направление, на какой стадии, тоже для меня закрытая информация. Но на самом деле я бы не про токены думал в современных перетурбациях, а про несколько другие вещи. Что является для вас ковчегом? Помните, вот раньше мы вводили такое слово, как ковчег, и было понятие экономический ковчег. А сейчас я могу сказать, это инвестиционный ковчег, социальный ковчег, демографический ковчег, геополитический ковчег и, в принципе, технологический ковчег, потому что та технология, которую мы с вами финансируем, она, на мой взгляд, не хуже тех технологий, которые реализовал Siemens, компания Siemens, которая прожила уже более 170 лет и пережила многие мировые потрясения. Благодарю вас за внимание. Всем счастливо. Пока. Сейчас я загружу обязательно. Нет, уже не загружу. В следующий раз. Не отвлекаю вас. Всем счастливо.